Esiet sveicināti Krētas salā. Tātad esam izbraukuši no Heraklionas lidostas. Tūdaļ izbrauksim uz galveno nacionālo ceļu un dosimies Krētas salas austrumu virzienā, kur mēs stāsimies pie viesnīcām. Tātad viesnīcu saraksts es arī tūdaļ nosaukšu. Bet šī brīdī man ir jāsaka uzreiz tā, ka mums šeit ir arī Igaunijas viesi autobusā. Ja? Un līdz ar to man ir jāprast tā, vai es drīkstu turpināt savu sarunu latviski, ja? Vai jūs man sapratīsiet, ja runāšu krievu valodā? Jā, visiem latviski runājošiem, respektīvi, jā, sapratīsiet man krieviski? Jā, varu? Cik es spēšu, tik es stāstīšu divās valodās, bet vienkārši pārbraucieni ir pārāk īsi, līdz ar to es nepaspēšu visu informāciju jums sniegt, ja? Итак, здравствуйте, добрый день всем вместе. Значит, мы выехали на главную трассу, едем в восточную сторону острова Крит. И сейчас назову список всех гостиниц, куда мы поедем. У меня просьба, когда вы слышите название своего отеля, будьте добры, поднимите просто руку, да, чтобы я знала, что вы знаете, где должны выходить, хорошо? Так, гостиница Данелис. Данелис. Никого нету, да? Как это так? Сейчас будем по фамилиям разбираться. А сначала тоже здесь. Так, Сергей и Екатерина, где у меня? Это ваш отель. Данелис. А как вы думали? Насколько на N? Энте Анелис пишется, да, ну. Все хорошо. Следующая гостиница Мицис Серита. Ага. Алдемар Кносус Роял. Палдес. Ильос. Аграбелла. Аграбелла. Голден Бич. Палдес. Элми. Jā, Aquasun Village, paldies, Sirens Beach, Santa Marina, jā. Vai ir kāds, kas brauc uz kaut kurien, kā uz kādu viesnīcu, ko es nenosaucu? Есть кто-то, кто есть в гостинице, который я не назвала? Ну, слава богу. Автобус нашли, все в порядке, выходные могут начинаться. Кстати, вот смотрю, люди как бы отдыхать приехали. А что такие серьезные? Устали. Да ладно, устали. Ну, здесь, значит, дождей нету, значит, не надо грустить. Давайте, чтобы сами... Давайте сами, чтобы улучшить себе настроение и улучшить вот эту атмосферу в автобусе, поаплодируем себе за хорошие выходные. Давай. Вот, уже получше. Купаться планируем? Нет. Ну, может быть, в море зайдете какой-то денек, нет? Температура воды сколько? Кто-то знает? 26. О, прям в точку. Да, 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 26-27 градусов температура воды, да? Годится? Лучше, чем у нас, конечно. Воздух немножко потеплее, конечно. Воздух нагревается в середине дня где-то, ну, 32-35 градуса, да, так что особенно маленьких детей бережем, да, не знаю, там, крема мажем и так далее, да, чтобы не обгореть. Договорились? Шапки тоже носим, да, чтобы не было солнечного удара. Так, по поводу, пока мы еще все вместе, просто кое-какая техническая информация, да, конвертики все получили? Да. Отлично. Так, когда открываете конвертик, оттуда вам, вуаля, волшебным образом вот такая вот бумажка, да? Значит, практически на самом верху здесь написан мой телефонный номер. Кстати, разрешите представиться. Меня зовут Кристина. Я представитель компании Novatours. Работаю здесь на Крите. Да? Ну вот, и вы здесь имеете мой телефонный номер. Это греческий мобильный телефон, который работает 24 часа. Да? Так что, если какие-то вопросы, в любое время звоните, пишите. Хорошо?
Но, опять же, по поводу звонков должна сказать. Просто у меня были пару всяких там случаев, да, ну, вот, помню, получила звонок около 3 часов ночи, когда мне говорят: «Кристина, а где здесь водочки поблизости купить у нас?» Давайте лучше вот такие вопросы все-таки в рабочее время, да? Ну вот, а все остальные, конечно, если что-то как-то там, то, пожалуйста, звоните. Так, по поводу немножко пониже, да, по поводу информации, которая у вас указана, немножко пониже красной ручкой у вас указано время и дата встречи. У всех должно быть написано 19 число, это завтра, да, и написано время. В это время я буду в регистратуре вашего отеля. Да, то есть, опять же, никакие личные встречи в номерах не происходят. Да? Будьте добры, спустились вниз, в регистратуре встречаемся. По поводу чего мы будем говорить? Первым делом по поводу отлета обратно. Да, чтобы всем все понятно, во сколько, как, где автобус будет и так далее. Да? Чтобы не началась какая-то ненужная паника перед отлетом домой. Так что приходите, все переговорим, все узнаете. Потом, если будет желание, можно будет записаться на экскурсии, которые предлагает компания «Новотурс». Здесь у вас расписание экскурсий. Со второй стороны листочка у вас описание и также тоже расценки. Имейте в виду, что часть этих экскурсий имеет 15 или 20% скидку. Да? Не буду сейчас называть что и как, я просто попозже, если получится время, расскажу поподробнее. Ну вот, значит, вся важная информация у вас вот на этой бумажке в вашем конвертике. Так, также, еще, если продолжать техническую информацию, я стартую по латвийскому ладару, но это уз лаппиня все равно рада, инстикшенас лайкс, я, он датум, стат, три ден, paredzēt tikšanās un vienkārši paskatīties, kurā laikā tiekamies jūsu viesnīcas reģistratūrā. Ja? Un tāpatās arī par laiku runājot, tad uz doto mirkli ir bez 10-6, ja? Tad laika starpība nav tāds pats, kā laiks ir Latvijā, tā arī šeit pat. Ja? Значит, правильное время на данный момент без 10-6 вечера. 17:48, правильно? Отлично. Так, продолжая нашу техническую информацию, значит, по поводу регистрации в отелях. Чтобы регистрироваться, вам нужны две вещи. Все-таки три вещи надо будет. Значит, первым делом, вы когда выходите из автобуса, когда вы заходите в регистратуру, мы первым делом улыбаемся, да? У нас хорошее настроение, мы приехали отдыхать. Да? Значит, улыбка первым делом. Потом в одной руке мы держим паспорта наши, да, ну, то есть паспорт. Во второй руке мы держим новотурский ваучер. Да? Каждый должен иметь, да, копию ваучера. Ну вот, значит, с этими двумя документами мы подходим к регистратуре и говорим «Ясас». «Ясас». Это значит, ну, как «Здравствуйте», «Свейки». Да? Ясас, кстати, можно говорить и когда вы приходите, и когда уходите также, да? Ясас. Все остальные слова немножко попозже. Ну вот, по поводу самих отелей должна сразу сказать. На данный момент у нас август месяц, на улице гостиницы переполнены, да? То есть гостиницы очень-очень полные. Ну, слышали, наверное, также по поводу Турции, да, что там произошло. Так что большая часть тех туристов, которые, может быть, предпочитают Турцию и летали в Турцию, сейчас выбирают именно греческие острова. Так что именно из-за этой причины отели полные. Почему я это рассказываю вообще? Значит, вы, если... Просто я смотрела по списку, да, там, типа, кто там первый этаж ходит, кто, наоборот, не хочет первый этаж, да, кто-то там, что-то там, не знаю, одна кровать, две кровати и так далее. Если вы зашли в номер, и, ну, вот, как бы, основано что-то, как бы, не знаю, не подходит, не нравится, сразу идите обратно в регистратуру. Потом, через, не знаю, вечером, через день или так далее, поменять что-то будет, ну, практически невозможно, да, потому что гостиницы полные. Да? Но опять же, если в регистратуре говорят, что нету возможности, значит, так и есть. Да?
Но надеюсь, что все будет хорошо, все получат то, что просили и желали. И как бы наше настроение не испортится из таких, ради таких мелочей. Так, еще пару таких мер безопасности. Здесь мы первым делом из-под крана водичку не пьем. Да, зубы чистить можно, а пить пьем бутилированную водичку. Ну и есть такие животные, которых надо, ну, просто остерегаться, скажем так. Это морские ежи. Не знаю, видели? Да, кто-то, может быть, да, кто-то уже говорит да-да. Ну вот, значит, они такие черные, имеют длинные-длинные иголки, да. Они живут, обитают на пляжах, которые вот именно скалистые пляжи, да, где вот большие, огромные камни. И вот они живут в этих пляжах. Я уже смотрю, глаза уже у кого-то там, типа, прям стали там большие. Не надо бояться, они там за вами не бегают, кусаться не кусаются, да. Они просто, если вы, заходя в море, да, нечаянно на него наступите, то он просто в пятке вам, ну, оставит вот эти иголки, да, так что надо просто осторожно. Они просто сидят под этими камнями, вот и все, да, под этими скалами. Ну, так что просто заходим осторожно. Но при гостиницах чаще всего пляжи они очищают, да, спасибо. Ну вот, так что пляжи должны быть чистые при вашей гостинице, но все равно будьте осторожны. Это больше, например, вот там за горами, да, у нас получается южный берег острова Крит, он более такой, ну, такие дикий такой пляж, да, и там могут вот эти морские ежи быть. Здесь, на северной стороне, они реже бывают. Ну вот, так что, если что, если такой пляж у вас поблизости, в магазинах практически везде можно купить такие резиновые тапочки специально для купания, да. Так что, если боитесь, если где-то они там все-таки видите их поблизости, можно такие приобрести, да. Кстати, опять одна история по поводу морских ежей. Вот я приезжаю в отель, вот так как с вами сейчас, да. Захожу в регистратуру, и мне напротив девушка бежит, ну, такая взволнованная, говорит: Кристина, как хорошо, что я вас встретила. Я говорю: что случилось, что с вами? Она говорит: вот знаете, ну вот я там на пляже шла, да, там увидела этого морского ежа, я там решила селфи с ним сделать, ну, фотографию. Кайф каждый ловит по-своему, да, ну, это не значит то, что я сказала, не наступать на них, это не значит, что их в руках можно брать, да? Эти вот иголки, они достаточно ну, хрупкие, да, так что надо осторожно, да? В руках тоже не берем. Так, ну да, и по поводу еще таких мер безопасности, значит, есть здесь, обитают, особенно вечером при гостиницах, очень часто мы встречаем комаров, да? Так что, пожалуйста, вечером, если, не знаю, там открывать окно, включать свет, то желательно, ну, шторы все-таки задергивать, да, пусть они не залетают. Комары – это простые там сельские, критские комары, они там ничего там, никакие болезни не имеют. Но просто, ну, неприятно, особенно у детей могут остаться вот какие-то прыщи, да, там, ну, место покусов и так далее. Так что осторожно. А болезнь вам уже? Так, может быть, у кого-то какие-то вопросы? Прям что хочется что-то спросить, нет? Зипа. Все пока понятно. Отлично. Техника там. По поводу валюты здесь, на Крите. Валюту все поменяли? Поменяли латышские, эстонские евро на греческие. Они не поменяют. Ну, шучу, конечно. Валюта такая же, как и у нас, значит, разницы нету. Тот же самый евро. Оплачивается здесь, ну, конечно, если там какие-то маленькие магазинчики покупать, там, не знаю, водичку или что-то такое, то это оплачивается наличными деньгами, а так можно платить тоже кредитной карточкой, да, в магазинах, которые побольше, без проблем. То они имеют номера, да, а автобусы, как я сказала, имеют направление. И в автобусе
тоже приобретаете билеты там же на месте. Так что, например, вот Ираклион можно поехать посмотреть самим. Но по поводу Ираклиона, вот такой момент, что я хочу сказать. Ежедневно паспорт с собой носить не надо. Потому что никто его проверять, смотреть не будет. Да? Так что приехали в гостиницу, поставили вещи в сейф и все. Да? Особенно в Ираклион, да? Потому что там обитают достаточно много, живут представители народа ромы, кажется, правильно, да, будет, цыгане, то есть. Их там много, очень много даже, и они, по сути, хорошие, добрые люди, да, но они просто из кармана могут вытащить там телефон, денежки, да, там что-то такое. А так они такие жизнерадостные, они все время улыбаются, ну, все в порядке, да. Так что, пожалуйста, паспорта и какие-то суммы денег побольше с собой носить не надо. Например, Самарийское ущелье, есть там разные пляжи, можно посмотреть, да, то же самое слияние трех морей, например. Можно смотреть острова, которые поближе или подальше находятся, да. По поводу островов должна, ну, наверное, упомянуть остров номер один, это Санторини. Да, очень часто именно с Крита едут на остров Санторини. По поводу самой поездки расскажу в пару словах немножко попозже. Сейчас выходит гостиница Данеллис. Да. Поверьте мне, я уже достаточно шляпок имею, мне точно ничего не оставляйте. Все свои вещи берите с собой, да? Чемоданы тоже посмотрели, свои взяли, чужие не трогаем. Да, значит, по поводу экскурсии, по поводу поездок, которую предлагает компания Novaturs, значит, поездка на остров Санторини. Не знаю, видели или нет, вот ну, так, такая картина, да, там белые дома, голубые крыши, да, вот это и есть остров Санторини. Всегда, вот насколько, вот сколько лет я тут работаю, я, ну, она была одна из самых дорогих поездок всегда. Не знаю почему. Вот, ну, что же там такого, да? Ну, не то, что там трава зеленее, нет, солнце поярче светит, ну, тоже как бы нет, да? Но что-то в этом острове есть, я не знаю, ну, может быть, слышали, называется он также Затонувшая Атлантида, вулканический остров, да, вулкан, который тоже затонувший. Мифов и истории об этом острове есть очень-очень большая, очень длинная. Но у меня, например, каждый раз, когда я приезжаю сюда на Крит, у меня бывает такое, что мне просто хочется уехать на Санторини. Что-то в этом острове есть, да, но это просто надо самим поехать, ощутить, насладиться. Вот и все. Говоря по поводу поездок, другие также, например, я знаю, что очень часто люди говорят, да, мы там на весь день никуда там уезжать не хотим и так далее. Пожалуйста, есть греческий фольклорный вечер, да, где мы реально выезжаем только вечером, где-то в 6 приблизительно, ну и около 12, скажем, возвращаетесь обратно в отель. Это вот такая вечерняя программа с ужином, с вином, танцы. Да, для вас танцуют, и вы танцуете также, да, театральное произведение. Так что, пожалуйста, греческий фольклорный вечер. Аквапарк, да, тоже имеем здесь. Даже два аквапарка есть, да, но вот мы торгуем тот, который вот самый-самый большой считается, да, Water City. Так что, если хотите провести день в воде и в развлечениях, да, все о воде, то, пожалуйста, можем туда тоже поехать. Это все высвечивается вечером и очень-очень красиво выглядит. Плюс там наверху
вот такая типическая греческая деревня, то есть такие маленькие узенькие улочки, там магазинчики такие небольшие, да, кафе достаточно много тоже имеют они там наверху. Так что вечерком, пожалуйста, особенно здесь, для тех, которые в центре будут здесь жить, где-то в течение полчасика вы уже попадаете наверх в эти деревни. Я скажу вам название также вот этих деревень, но они достаточно непростые, скажем так. Там, получается, одна деревня называется Кутулуфари. Кутулуфари. И когда Кутулуфари заканчивается, начинается Пископьяно. Да? Пископьяно, Кутулуфари. Лидл, магазин. Мы, блин, переделали по всей Швеции. Там всякое. Поэтому питание тоже. Они по Германии. Тут очень много рекламы можно было новой сделать этого. Гостиница Ильос, пожалуйста. В какую сторону? А вон. Все к нам, короче, да? Следующее, походу, наше уже. Смотри, там много еще народу сзади? Та или камеру надо смотреть, Танечка. Ну, что здесь? Все ваши? Или, ну, гостиница, которая ваша, или поближе, может быть, какая-то гостиница, которая побольше, да? Так что, пожалуйста, название своего отеля не забываем. Если сейчас посмотреть слева от нас, также тоже справа от нас, вот эти деревья. Что это за деревья, как вы думаете? Браво! Отлично. Такие уже подготовленные, прям температуру воды знаем, оливки тоже знаем. Супер. Кстати, для тех, которые хотят отвезти домой что-то другое, чем, не знаю, там магнитики, кружечки, да, из Крита, из Греции очень часто вводят все, что связано с оливковым маслом. То есть само масло, оливки, косметику они здесь тоже делают из оливок, да. Так что, пожалуйста, просто по поводу косметики сразу должна сказать, что лучше всего такую профессиональную косметику покупать именно в аптеках. Nu, Luk, tā kā, jā, es ceru, ka to pamata informāciju visu varējāt saprast, jā, tad pāris vārdos par ekskursijām, tāpatās arī to, ka kompānija Novatūrs piedāvā auto, nomu, un arī ir, kā sabiedriskais transports, šeit strādā autobusi, jā, pieņemsim uz galvaspilsētu atpakaļ, var noteikti aizbraukt ar autobusu, jā. Pases lūdzu līdzi nenesājam ikdienā, jā, tās nevienam jāuzrāda nav. Tāpēc arī kaut kādas lielākas naudas summas. Rajoni, ili, nu, gastīnica, katora vaša, ili pablīža, možams, kakāja gastīnica, katora pabolša, da? Tak što, pažalsta, nazvaņu svojvo atēļa nezabūvājam.
посмотреть слева от нас, также тоже справа от нас, вот эти деревья. Что это за деревья, как вы думаете? Браво! Отлично! Такие уже подготовленные, прям температуру воды знаем, оливки тоже знаем. Супер! Кстати, для тех, которые хотят отвезти домой что-то другое, чем, не знаю, там магнитики, кружечки, да, из Крита, из Греции очень часто вводят все, что связано с оливковым маслом. То есть само масло, оливки, косметику они здесь тоже делают из оливок, да. Так что, пожалуйста, просто по поводу косметики сразу должна сказать, что лучше всего такую профессиональную косметику покупать именно в аптеках. Nu, Luk, tā kā, jā, es ceru, ka to pamat informāciju visu varējāt saprast, jā, tad pāris vārdos par ekskursijām, tāpatās arī to, ka kompānija Novatūrs piedāvā auto nomu, un arī ir, kā sabiedriskais transports, šeit strādā autobusi, jā, pieņemsim uz galvaspilsētu atpakaļ, var noteikti aizbraukt ar autobusu, jā. Pases lūdzu līdzi nenesājam ikdienā, jā, tās nevienam jāuzrāda nav, tāpatās arī kaut kādas lielākas naudas summas, jā. Сейчас заедем в отель, и мы будем ехать обратно, так что увидимся еще раз. Aldemāra Knosses Royal Lūdzu. Tūlīt, pagaidi, ārā, arī nevarsi. Da, tam sūk dāši ir. Ορίστε. Ναι. Έλα μάνα. Δίπλα στο Μιραμάρι. Так, еще раз по курсу прямо. Находится курорт Херсонесос. Στο Μιραμάρι απέναντι. Наша следующая гостиница будет Ilios. Στο Αντίνος. Ναι, το Μιραμάρι. Супермаркет. Значит, для тех, которые будут отдыхать здесь, в этом курорте, просто говорю, вот этот магазин Халкиадакис на углу, серый магазин двухэтажный, он, наверное, один из самых больших магазинов здесь, ну, кроме немецкого Lidl. Также тоже рядом здесь, с левой стороны от нас, находится аквариум и дендрариум. Но этот аквариум, это маленький аквариум, потому что, наверное, слышали, что есть там океанариум с акулами и так далее. Это не этот. Это надо ехать в сторону Ираклиона, то есть обратно в столицу. Телефонную карточку здесь можно где-то купить тоже, да? Ну, чтобы интернет там был. Для мобильного телефона? Да, чтобы с интернетом был. Да, да, можно, но это в их магазин, там Vodafone надо идти. А, да, да, найду, да. Ну, обязательно документ, да, для ID или паспорт. Гостиница Аграбелла. Вот мы и приехали. Солнце шпарит, да? Ну да. Сейчас в подвале нас Танечка поселят тут. Будем как красы, да? Ну пофиг, ладно, что там уже.
Ничего же не поделать, Танечка. Мы хотели уже, как хотели, просто отдохнуть, как бы, да? Смотри. Я думаю, надо, Танечка, отдадим ID-карты. Ты ищи свою ID-карту. Ну, может, так, ID-карта будет. Район или, ну, гостиница, которая ваша, или поближе, может быть, какая-то гостиница, которая побольше, да? Так что, пожалуйста, название своего отеля не забываем. Если сейчас посмотреть слева от нас, также тоже справа от нас, вот эти деревья. Что это за деревья, как вы думаете? Браво! Отлично! Такие уже подготовленные, прям температуру воды знаем, оливки тоже знаем. Супер! Кстати, для тех, которые хотят отвезти домой что-то другое, чем, не знаю, там магнитики, кружечки, да, из Крита, из Греции очень часто вводят все, что связано с оливковым маслом. То есть само масло, оливки, косметику они здесь тоже делают из оливок, да. Так что, пожалуйста, просто по поводу косметики сразу должна сказать, что лучше всего такую профессиональную косметику покупать именно в аптеках. Nu, look, tā kā, jā, es ceru, ka to pamata informāciju visu varējāt saprast, jā, tad pāris vārdos par ekskursijām, tāpatās arī to, ka kompānija Novatūrs piedāvā auto nomu, un arī ir, kā sabiedriskais transports, šeit strādā autobusi, jā, pieņemsim uz galvaspilsētu atpakaļ, var noteikti aizbraukt ar autobusu, jā, pases lūdzu līdzi nenesājam ikdienā, jā, tās nevienam jāuzrāda nav, tāpatās arī kaut kāds lielākas naudas summas, jā. Ну, гостиница, которая ваша, или поближе, может быть, какая-то гостиница, которая побольше, да? Так что, пожалуйста, название своего отеля не забываем. Если сейчас посмотреть слева от нас, также тоже справа от нас, вот эти деревья. Что это за деревья, как вы думаете? Браво! Отлично. Такие уже подготовленные, прям температуру воды знаем, оливки тоже знаем. Супер. Кстати, для тех, которые хотят отвезти домой что-то другое, чем, не знаю, там магнитики, кружечки, да, из Крита, из Греции очень часто вводят все, что связано с оливковым маслом. То есть само масло, оливки, косметику они здесь тоже делают из оливок, да. Так что, пожалуйста, просто по поводу косметики сразу должна сказать, что лучше всего такую профессиональную косметику покупать именно в аптеках. Nu, look, tā kā, jā, es ceru, ka to pamata informāciju visu varējāt saprast, jā, tad pāris vārdos par ekskursijām, tāpatās arī to, ka kompānija Novatūrs piedāvā auto nomu, un arī ir, kā sabiedriskais transports, šeit strādā autobusi, jā, pieņemsim uz galvaspilsētu atpakaļ, var noteikti aizbraukt ar autobusu, jā, pases lūdzu līdzi nenesājam ikdienā, jā, tās nevienam jāuzrāda nav, tāpatās arī kaut kāds lielākas naudas summas, jā. Шкаф имеется в наличии. На третьем этаже нас поселили. Балкон все-таки блин, нам есть, блин, так, чтобы не пришлось доплачивать. А вон что-то. Что-то какая-то музыка. Думаешь? Угу. Да, какая-то музыка. А тут лампочки. Не, ну жить-то можно все равно, Танечка, правильно? Угу. Вот это тут. Ну, мы достанем мусорник отсюда. Сюда, что можно вот эти штуки взять. Кондиционер 10 евро в день. Ну или 50 на неделю. Или вентилятор за 20. Я уже... нас с тобой запасы колбасы нет. Да, это хорошо, только холодильника уже холодильника пока нету. Пошли, может, сюда на ресепшн купим холодильник? Ну давай. Оплатим за него, да? Куда он принесет тогда? Mm-hmm. Тут, кстати, битый стол вот. Mm-hmm. Надо запечатлить. Танечка, еще какие-нибудь косяки видишь бы? Ну, не знаю, что такого криминального. Thank you.
смотри, какая-то веревочка. Для чего она, интересно? Стакана нету. Мыло какое-то жидовское есть. Так. А некоторые, наоборот, мечтают от разных кроватей, да, Танечка? А? Ну, то не вытаскивай, оставляй так. Танечка. А замок можешь снять? Блин? Ну, вот мы и тут. Да. Заплатила 70... Да, точно, коты. Танечка, только не надо гладить никого. Заплатила 70 евриков, блин, сейчас с кредитной карточкой тут на месте, блин. Это стоило мне 20 евро холодильник на неделю, как бы. Правильно? Ну да. Пойдем далее. И 50 кондиционер, блин. А, вот он, вот. Ну да, сюда. Вот он, далее. Сейчас узнаем, сколько стоит интернет-карта здесь, блин. До связи. Да, прикольно здесь. Танечка, ты тут в центре города, да? Ты же пьешь. Да, цены тут, конечно, такие не очень, сказал бы, дешевенькие. Ну, это что, туристический, да? Помнишь, как идти, Танечка? Ну, да, это чуть-чуть не показывает. Там где-то аптека. Да, нам недалеко, по идее, да? Танечка, аккуратно, да, только? Что там? Мороженое? Да. Как карамель. Да, вот там красота, смотри, где мы живем. Нифиговая гора, да? Танечка, как мы на вулкане живем? Не? Ну и расценки какие тут. Да, посмотрим. Салаты всякие. А я писал по-английски уже не понимаю. Ну снизу там же написано на английском. Ну, видишь? Салаты, да. Он греческий 5 евро. Ой, 5 евро. Ну посмотри, какой нибудь гирос был. Где тут? Ну как он должен звучать? Пиво по 3,50. Ладно, потом, может, придем просто. Как громко, они скрипочки, так? А глухнуть снова. А только ремечку сейчас слышишь? Танечка, ну смотрите, у меня сейчас рука занята, видишь, одна и вторая. Ну ладно, сейчас 20-12.